годы Великой Отечественной войны Мариуполь был полностью освобожден от немцев 10 сентября 1943 года в ходе Донбасской стратегической наступательной операции. Об этом будет рассказано в музейной экспозиции, которую создадут сотрудники Центрального музея ВВС для учащихся школы номер 4 в Мариуполе. Соглашение о сотрудничестве между музеем и школой было заключено на круглом столе, состоявшемся в музее. В его павильонах была развернута выставка, посвященная 80-летию освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. На ней был представлен макет самолета Р-39 «Аэрокобра», на котором написаны слова «От школьников Мариуполя». Во время войны боевой самолет построили на деньги, собранные коллективом школы. «Аэрокобра» громила немцев в составе 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии под командованием трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. В городе сохранили память о летчиках этой дивизии. Там есть улица Покрышкина. Вот. И они, дети, с удовольствием, значит, откликнулись на нашу просьбу. И вот сегодня у нас будет видеовыступление их оттуда, с Мариуполя. Готовы с нами работать. Мы уже собрали сейчас первую посылку для создания музея. Это и журналы, это и, так сказать, схемы, и фотографии, так сказать, для будущего музея. И надеемся, что где-то на следующий год мы еще привезем им еще больше, и там уже будем непосредственно с ними вместе работать, чтобы вот эту историю сохранить. В круглом столе приняли участие почетные гости, ветераны вооруженных сил. Они говорили о необходимости сохранять в памяти новых поколений историческую правду о войне. Сегодня мы чествуем 80 лет победы от 43-го к 23-му и чтим героев. Друзья, 1418 дней и ночей стоял народ, чтобы победить. Выстоял патриот музей, кто не был в музее. 1418 ступенек до победы. Донбасс — это победа! Кадеты из школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина тоже примут участие в шефской помощи учащимся Мариупольской школы номер 4. Это очень хорошо, что мы в наше непростое, сложное время занимаемся такими благими мероприятиями по объединению школ. Я считаю, что мы сможем встречаться, мы сможем дружить. Например, вот в этом прекрасном музее в Монино у нас будут общие темы для разговоров, общие направления, интересы, связанные с авиацией. Да вообще огромное количество сейчас тем для разговоров. Но это все очень-очень классно. Шефство над школой в Мариуполе, несомненно, важное начинание для обеих сторон. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.